Евгений Гаранчев, Виктория Сливко. Команда номер 12, Уральский федеральный округ 1. В составе Александр Поварницын и Ирина Казакевич. Команда номер 5, Свердловская область. Кирилл Бажин, Тамара Дербушева. Вы приглашаетесь для награждения. Награждение. Приглашаются команда номер 8, Тюменская область 1, Евгений Гараничев, Виктория Сливко. Команда номер 12, Уральский федеральный округ 1, Александр Поварницын, Ирина Казакевич. Команда номер 5, Свердловская область, Кирилл Бажин и Тамара Дербушева. Вы приглашаетесь для награждения. Приглашаются команда Тюменской области, Евгений Гараничев, Виктория Сливко. Команда Уральского федерального округа 1, Поварницын Александр, Ирина Казакевич. Команда Свердловской области, Кирилл Бажин, Тамара Дербушева. Команда Тюменской области 1, Сливко Виктория, Евгений Гараничев. Команда Уральского федерального округа 1, Александр Поварницын, Ирина Казакевич. Команда Свердловской области, Кирилл Бажин, Тамара Дербушева. Одиночной эстафетной гонки пари Кубка России по биатлону награждается команда Свердловской области. Кирилл Бажин, Тамара Дербушева. Награждение
почетный вице-президент Союза биатлонистов России Меликов Вадим Иванович и председатель Федерации биатлона и лыжных гонок Республики Башкортостан Чудов Максим. Уральский федеральный округ 1. Ирина Казакевич и Александр Поварницын. Садитесь, скоро нас ждет еще одна не менее увлекательная эстафетная гонка. Бешеная эстафетная гонка. Как ветер в порыве сорвался со ста, и соколом стал на крыло. Ой, девочки.